тем 28 частью 5, 418 частью 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан в виде решения свободы срока на 2 года, где занимает решение свободы срока на 3 года, с полезным решением права занимать должность в государственном строе судьи в органах местного самоуправления Национального банка Республики Казахстан. В его ведомствах, государственных организациях и организациях в основном капитале, которые были государства, составляют более комплексные системы средней безопасности. Меры пресечения в отношении госмагнита в виде домашнего ареста заменить на содержание под стражей. Взять под стражу в зале судебного заседания начало срока отбытия наказания, считая 27 мая 2019 года. За честь срока отбытия наказания время содержания под домашним арестом 19 февраля 2018 года. Thank you.